Чей ты испугался-то? Ольга Петровна, ну куда же вы без шубы? Да подождите же, наденьте! Ольга Петровна! Да вы что? Наденьте, Ольга Петровна, простудитесь. Перестаньте, что вы, люди же, в этом я не пойду. Здесь не Ленинград, люди поймут. Борис Алексеевич, сразу видно, что вы недавно со мной работаете. Сцена есть сцена, зрители есть зрители, а я есть я. Неважно, Ленинград это или хоть край света. Все должно быть на высоте, понимаете? Ну хорошо, хорошо, как скажете. Пойдемте тогда в клуб. Пойдемте. Ольга Петровна, клуб дальше. Пойдем. Ольга Петровна, куда вы? Пойдемте в клуб. Ольга Петровна. Ольга Петровна, ну пойдемте уже. Барин, Томан на коллеге. Барин, ман, барбекута, Эленарин. Ольга Петровна, начало всего через 15 минут. Распишь ровно 12 часов и проснешься абсолютно здоровой. Сейчас сорить. Молодец. Еще давай. Еще давай. Бабушка, что вы здесь делаете? Кто вас пустил сюда вообще? Не дам тебе ребеночка уморить. Дочку резать не дам. Женщина, вы не понимаете. Она сама не родит. Необходимо делать кесарево сечение. Девочка. Мама. Мамочка, ты здесь? Нет. Скажи мне, все будет хорошо. Да? Все будет хорошо. Все будет. Чего стоишь? Принимай ребеночка. Почему она не кричит? Что случилось? Мне очень жаль, но она не дышит. Что случилось? Мам, что случилось? Почему она не дышит? Почему она не кричит? Мам, почему она молчит? Мамочка, погляди. Ну,
какая девочка-то у нас маленькая. Сам ты не дышишь. Оля. Доченька. Вырыпаевы. Вырыпаевы. Мы с Ирочкой искренне любим вас. Еще раз поздравляем. Тетя, я закусываю. Я хочу сказать, что ребенок особенный. Дело это ведь, ну вы понимаете. Давай, за нашу доброту. Ну, что, спи. Чего глазенки свои таращишь? Тоже праздновать хочешь. Глядик, спи. Спи. Много у тебя будет еще праздников. Все у тебя будет. И плохое, и хорошее. Большая жизнь у тебя впереди. Воропаева, а что это такое? Ну, у нас же сегодня свободный рисунок. Свободный рисунок, Воропаева? Это значит, рисунок на свободную тему среди предлагаемых. И это не значит, молюсь, что хочешь. Это ты нам тут что изобразила? Это иллюстрация. Ну, у нас же есть среди заданных тем иллюстрация. Ну, допустим, есть. И что ты нам тут проиллюстрировала? Это по Бажову, хозяйка Медной горы. А, по Бажову. Угу. Ну-ну. И чего ты врешь? А чего ты взяла, что я вру? Хозяйка Медной горы, ты же нам не говорила, что тебе это все приснилось. Это она к Насте притиралась. Настя, ну что это такое? Ну как ты строишь композицию? Дай сюда. Ну ты же не цветочки в детском саду малюешь. Ужас какой. Так, а что все замерли? Работаем, работаем. До конца урока 40 минут осталось. А у вас у многих еще конь не валялся, как я посмотрю. Оля! Оля, тебя никогда не пригласить, он стесняется. Пригласи сама. Женька, ну. Женька еще не определилась, так что все в твоих руках. А ты замуж выйдешь? О, ты замуж выйдешь рано. Как не терпешь ты? Оля, ты про себя точно знаешь, да? Да чего я не знаю, знать не хочу. Почему? А что, тогда жизнь будет неинтересна. Зачем? Мам, все? Я решила. Что? Буду поступать в педагогическое на худграф. Ой, Ольга, смотри, какая хорошая новость. Все, молодец. Правильное решение, умница. Спасибо, мамочка. Молодец. Что ты делаешь? Как-то ночью по пустой дороге грустный со свидания я шел опять. Верьте, не верьте, почему-то ноги сами этот танец стали танцевать. Снова к милой привела дорожка, снова оказался у ее дверей. Стукнул в окошко, подождал немножко. Слушай, дорогой, не выходи скорей. Раз, два,
туфли на леньках, как тебе не стыдно спать. А у меня сюрприз. Какой? Тебе дали путевки? Как у нашего ребенка интуиция развита. Это потрясающе. Олька, ну что хоть в НИИ на опыты. Да. Олька, хочешь в НИИ на опыты? Нет. Или лучше на пляж? На пляж, мам! На Рижское взморье! Я все слышал. Будете собираться? Понимаешь, Коль, путевки только на двоих, в общем. Я подумал, может быть, все-таки лучше, чтобы мама и дочка поехали, а мы с тобой здесь на хозяйстве вдвоем останемся. А что, на всех не удалось путевки достать? Ну, я просил. Ты же знаешь... А, может, лучше мама с Колькой поедут? Мне все равно поступление готовить. Ой, мороженое, отдых, это все ваше, женское. Нам, мужчинам, зиму подавай, мы зиму любим. Ты уверен? Да уверен я. Ну, тем более, ты уже старая, тебе скоро детей рожать. Замуж выходить, отдохни немножко. Коль, спасибо тебе. Лучше вместо спасибо помоги с черчением. Прямо сейчас? Угу. Ладно. Пойдем. Ой, пронесло. Это уж я думал, сейчас обиды, ссоры начнутся. Все-таки хорошо, когда дети умные. Значит, правильно воспитали. Кстати, насчет умных и воспитанных детей. Мне Оля только что сказала, что будет поступать у нас здесь, на педагогический. Ну, это вообще просто отлично! Вот у меня эти разговоры про Москву да Ленинград как-то сильно пугали. Добытчик ты мой дорогой. Вам чего, девушка? Ой, мне, пожалуйста, эскимо и шоколадный каштан. Ваша сдача? Этот месяц может влюбить тебя в самую неприступную Каштан? Красотку. С одного взгляда. Прям как граф Калиостров. Эскимо. Спасибо большое. Ну, это не такой уж и фокус. Я тоже так могу. Не, ну, правда, мне больше, чем один взгляд нужен. Там, пригласи девушку в ресторан, пару раз цветы подарить, там, шампанское. Ну, что мне теперь? Прямая дорога на эстраду, что ли? Мне вот какую историю. Прохладненько сегодня. Да, зато солнце какое хорошее. Извини, там тоже люди купаются. Угу. Можно и я искупаюсь? Ну, подожди, вода прогреется, и ты искупаешься. Вырвали зубы и обратно. Через пару дней... Ой, дайте я шпусну. Горло у него заболело. Ну, там гланды воспалились. Его обратно в город. Вырезали гланды и обратно в тюрьму. Не прошло и дня, аппендицит. Его в город повезли, вырезали аппендицит, зашили, привезли обратно в тюрьму, посадили в камеру, сидит. И тут к нему приходит начальник тюрьмы и говорит: если ты думаешь убежать из моей тюрьмы частями, то ничего у тебя, Вольф, не получится. Мам, а давай сегодня на концерт сходим? Ну, если хочешь, даже сюда. Очень хочу. Значит, послушайте. Конечно, да. Билетов нет. Все, извините. Мне просто так интересно. Ну, написано психологический опыт на сцене. А что это? Да, я здравствуйте. Будьте добры, нам два билета на мессинг сегодня на вечер. Билетов нет? Нет. А завтра что у вас идет? А. Скажите, пожалуйста, может, все-таки можно как-нибудь на сегодняшний концерт попасть? Да я вижу, ну, может, у вас есть откидные стулья или... Девушка, какие откидные стулья? Написано же русским языком, билетов нет. Да я понимаю, ну, может, мы могли бы стоя на балконе или в девушка, прогулку стоять. А стоя не положено. Извините, ну как-то в порядке исключения, ну, пожалуйста. Оля, иди сюда. Что с тобой? Что? Ты что себя так видишь? Я просто очень хотела попасть на концерт, но... Я тоже много чего хочу. Если что-то не получается, нужно просто смириться с этим. Ты сейчас себя вела ужасно. Мне было стыдно за тебя. Извини, пожалуйста, я больше не буду. Ты себя хорошо чувствуешь? Не перегрелась? Может, пойдем
В пансионат уже ляжем пораньше. Нет, мам, я совсем не хочу спать. Слушай, а там на набережной много всяких ракушек и всего остального. Может быть, папе купим? Уже хотели ему сувенир привезти. Пойди посмотрим. Я что-то устала уже. Ты сходи, а я там на скамеечке почитаю. Угу. Сходи. Да, вот. Хорошо. Нет билетов. Ну, нет, так нет. Два билета на сегодняшний концерт. Девушка, я уже вам все сказала. Билетов нет. А, вы дочка Виктора Сергеевича, да? Вот видите, как хорошо. Он сказал, что не придет. А я ему два билетика оставила. Вы ему от меня привет передайте и скажите, что я на неделю зайду. Спасибо большое. Тебе что, правда, что ли, билеты просто так подарили? Мам, я же тебе все уже рассказала. Я выбирала папе подарок, а там мужчина был, ему уезжать сегодня. Ну вот мы разговорились, и он... Да, ты так обрадовалась, что забыла папе раковину купить. Я не забыла, там просто очень много было, я выбрать не смогла. Ну, хочешь, мы можем завтра с тобой вместе сходить и выбрать. Вот я его сейчас и выведу на чистую воду. Такое задание ему придумал, закачаешься. Сегодня вы увидите необыкновенный концерт. Психологические опыты на эстраде. Вначале я прочитаю вам небольшую вводную научно-популярную лекцию. А далее... Вот, имейте... С научной точки зрения гипноз еще не очень хорошо изучен. А также гипноз – это воздействие на психическое состояние, когда испытуемый может подчиняться воле гипнотизера. А гипнотизер, в свою очередь, воздействует на испытуемого. И сегодня мы вам продемонстрируем наилучшие стороны этого явления. А сейчас, уважаемая публика, прошу приветствовать Вольф Мессинг! Спасибо. Спасибо большое. Добрый вечер, уважаемые зрители. Мы начнем сегодняшний вечер с того, что я буду выполнять ваше задание. Для этого понадобится несколько добровольцев, которых отберет мой ассистент, и они будут выполнять функции жюри. Пожалуйста. Меня можно? А для тех, кто никогда не бывал на моих встречах и концертах, я объясню сейчас. Перед тем, как войти в зал, в фойе, каждый из вас мог взять листочек бумаги и написать на нем задание. Если они у вас готовы, вы сейчас отдадите моему ассистенту, он передаст их в жюри. Я их читать не буду. Прошу вас. Их будут читать члены жюри. Ну как же мы так не взяли? Для того, чтобы у вас никакого сомнения не было в том, что я не подглядываю, ни зачем не наблюдаю, мой ассистент
завяжет мне глаза повязкой из черной плотной ткани. Прошу вас. Так, чтобы я ничего не видел. Пожалуйста, плотнее. Вот так, хорошо. Тот член жюри, который внимательно прочитал задание, будьте добры, подойдите ко мне и встаньте справа от меня. Будьте добры, протяните свою левую руку вперед. Вот так. Пожалуйста, думайте только о том задании, которое вы прочитали внимательно. Думайте только об этом. Вот так. Осторожно. Думайте внимательно. Будьте добры, из левого внутреннего кармана пиджака достаньте то, что мне необходимо для продолжения выполнения задания. Возьмите, пожалуйста, вашу фотографию. Уважаемые члены жюри, я считаю задание выполненным. Зачитайте задание. Наденьте повязку на глаза, потом подойдите к мужчине, который сидит в 9-м ряду, на 7-м месте. У него в кармане фотографии, на одной из которых девушка. Она сейчас в зале. Найдите ее. Уважаемые зрители, я прошу вас прощения. Мне нужна небольшая пауза. Девушка, во-первых, я не немец, а еврей. А во времена моей молодости это была весьма существенная разница. Во-вторых, старших по возрасту у нас принято называть на «вы», а не на «ты». И советую вам следовать этому правилу, даже в ваших мыслях. И в-третьих, вы мешаете мне работать. Будьте добры, покиньте зал. Я прошу прощения, если вы почему-либо не сможете этого сделать, я вынужден буду прервать свое выступление немедленно. Дождитесь меня, пожалуйста, на главной аллее после концерта. Мне очень нужно с вами поговорить. Прошу вас. Мы можем продолжать. Успокойся, я тебя очень прошу. Пожалуйста, перестань плакать. Ну, уже он всего-навсего артист. Знаешь, они все сумасшедшие. Пожалуйста, не плачь. Слышишь, что не надо? Дурацкий концерт. Зачем мы вообще на него пошли, мам? Ну, успокойся, все, не надо. Хватит, перестань. Слышишь? Слушай, а зачем мы вообще его здесь стоим и ждем? Он все равно не придет. Пойдем, мам. Как хорошо, что вы меня дождались. Благодарю вас. Я должен перед вами извиниться за то, что не дал вам возможности сегодня досмотреть мое выступление до конца. Но вы должны и меня понять. А дело в том, что, девушка, вы мешали мне сегодня работать. А когда мне кто-то мешает, я могу быть резким. Объясните, пожалуйста, зачем я вам мешала? Что я такого делала? Для того, чтобы помешать человеку, вовсе не обязательно стучать ногами, махать руками, кричать, скандалить. Можно это сделать ровно так,
как вы это сделали сегодня. Меня простите, как вас зовут? Оля. Оля, вы позволите мне, я скажу вам правду? Угу. У вас от природы очень сильный дар, ярко проявленный. Я думаю, что вы сами знаете об этом, ну или во всяком случае догадываетесь. Вольф, извините, я не знаю вашего отчества. Григорьевич. Вольф Григорьевич, я могу с уверенностью вам сказать, что у Оли нет никакого дара. Во всяком случае, я никогда ничего такого сверхъестественного у Оли не замечала. Не замечали? Или не хотели замечать? Впрочем, это не важно. Я прошу вас, вот это передайте, пожалуйста, своему папе. Всего вам хорошего. Я надеюсь, что мы скоро с вами увидимся. А когда? Я обязательно дам вам знать об этом. Всего хорошего. До свидания. До свидания. Мам! Ты посмотри! Ты посмотри! Откуда он знал? Да это же точно такая же раковина, которую я папе собиралась купить. Ну, точно-точно такая же. Как это может быть, мам? Нет, ну ты представляешь, точно такая же. Врачи говорят, что если кожа хоть чуть-чуть затянется, то это чудо будет. А я знала, что так скажем. Всю-то ее кипятком ошпарила. С ног до головы. Она ведь такая маленькая у меня еще. Ой, что я дура наделала-то? Как с кипятком на плите оставила. Дочка меня никогда не простит, что я с родной внучкой так не наглядела. А я даже сказать ничего не могу. Она только через месяц приедет. Вот, оставили малышку на лето. Так. А я что наделала? Отец, бери банку, бежи домой и мажь. Мазать будешь ожоги два раза в день, утром и вечером. Поняла? Чё рассел, бежи. Спасибо тебе, Пелагеюшка. Спасибо. Вот говорили добрые люди, к тебе сперва нужно идти, а я ведь к врачам побежала. Спасибо тебе. За ребенка получше доглядывай, коль его тебе доверили. Слушай. Спасибо тебе, Пелагеюшка. Да бежи ты с Богом, бежи. Век тебя помнить буду. О, Вовочка, привет! А ты что, меня ждала? Я тебя всегда жду. Что такое-то? Конфеток принесла. О, ну давай чайку попьем, пойди поставь. Ага. Что такое, что прихрамываешь так? Да ничего, я это бежала к тебе. А ну показывай. И упала. Да ну, бабушка, там встретить нечего, ну серьезно. Садись без разговора. Ну, царапина. Показывай. Да садись, доживет. Заживет. О, батюшка, что такое-то, а? Что такое-то? Заживет у ей. Что у ей заживет? А шрам-то останется? Ну-ка. Ай-ай. А ноги, вон какие красивые ноги-то. Самой-то не жалко. Ну-ка. Ты знаешь, я бы тоже так хотела. В этих всех травках разбираться, людям помогать. Это же так здорово. Так. Несправедливо получается. Вот ты ведь людям помогаешь, лечишь их, а сидишь тут в четырех стенах, а тебе никто ничего не знает. Ну, а этот Мессинг, между прочим, по всей стране путешествует со своими концертами, людей развлекает. И большие деньги за это получает, между прочим. Ну, ты понимаешь, что справедливо, что несправедливо. Каждый сам додумал. Вот. Ну, это должно же быть что-то для всех общее, одинаковое. Оно и есть. 10 заповедей Господних. Поняла? А уж остальное сама соображай. Ну хорошо, но есть же такая заповедь, не лги. Есть? Ага. Ну, а Мессинг, получается, меня обманул. Он сказал, что скоро появится, а вот уже сколько времени прошло, и его все нет. Где он? Так и не появился. Олень.
Надо уметь ждать. Тем более, что от судьбы все равно не уйдешь. Какие экзамены у тебя еще остались? Литература, история, русская. Мне тут история. Ольга, надеюсь, что вы уже простили меня за то, что я не позволил вам присутствовать на моем выступлении на Рижском взморье. Думаю, что мой грядущий концерт во Владивостоке — хороший повод для встречи. Прилагаю 4 билета для всей вашей семьи. Жду встречи. Ваш Вольф Мессинг. Черт знает, что такое. Откуда он узнал наш домашний адрес? Вы что, ему нашу фамилию называли? Да, кажется, нет. Да? А город? Город точно нет. Пап, ну это же особенный человек. Я даже знаю, как такие особенные люди называются. Которые могут запросто вот так узнать, кто где живет. Как? КГБ. Ой, Петя, ну, слушай, не болтай ты ерунду. Он артист оригинального жанра. Ну, конечно, у него свои причуды, но в целом он очень даже милый. Я думаю, у него просто связи есть. Так, все, решено. И на какой концерт мы не пойдем. Ну, папа! И даже не спорьте. Пап, а где Коля? Я попросил его поменяться местами с этим молодым человеком. Зачем? А что это? Задание. Хочу проверить. Это вашего чудо-артиста. Что, опять возмущаться будешь? Мне кажется, это отличная идея. Уважаемые зрители! До начала психологических опытов Вольфа Мессинга я хочу вам рассказать небольшую лекцию о гипнозе. Задание прочитали? Да, прочитал. Ну, сейчас посмотрим. Ты для этого Кольку присадил? Молодой человек, выньте из-под себя атлас и дайте мне. Омск. Ленинград. Ялта. О-Л. Я. Оля. Благодарю вас. Дайте мне вашу сумочку. Благодарю вас. Прочитайте задание. Подойдите к юноше в 13-м ряду, который сидит на атласе СССР. Возьмите у него атлас на 7-й, 2-й, 13-й страницах. Найдите города, первые буквы которых составляют имя его сестры, которая сидит в 5-м ряду. Рядом с этой девушкой ее мама. В ее сумке листок с вопросом вам. Письменно ответьте на него. Невероятно. Браво! Я еще раз хочу сказать, что ваше выступление сегодня было очень интересным. Да, ничего очень подобного в жизни не видел. Благодарю вас. Мне приятно это слышать. Скажите,
же пришли к нам не просто так. Не просто так. Почему вы до сих пор ничего об этом не сказали? Ну, может быть, потому что вопрос не сформулирован конкретно. Вы приехали сюда из-за меня? Конечно. Тогда скажите напрямую, зачем я вам? Я хочу, чтобы ты приехала ко мне в Ленинград и стала моей ученицей. Я помогу развить тебе твои способности. Нет. Об этом не может быть и речи. Какой Ленинград? Какие способности? Оля будет учиться здесь, она уже давно все решила. Я знаю. Тем не менее, она приедет в Ленинград. Когда? В конце августа. Нет, подождите. Вольф Григорьевич, это совершенно невозможно. Что вы такое говорите? Да. Нет, Оля, этого не будет. Вольф Григорьевич, вы не можете вот так вот прийти к нам домой и заявить, что вы забираете Олю. Это возмутительно, и так не делается. Тем не менее, я только что сделал это. А вы, в свою очередь, в августе поможете дочери собрать ее вещи и отправить ее ко мне в Ленинград. Нет, это совершенно точно. Ни в какой Ленинград Оля не поедет. А мое мнение? А до своего мнения, Оля, надо еще дорасти. А почему никто не спрашивает, что думаю я? Может, я вообще не хочу ехать ни в какой Ленинград? Ну, вы ведь меня даже не спросили. Хорошо. Ты хочешь поехать в Ленинград? Хочу. Ты даже не знаешь, что ты там будешь делать. Вольф Григорьевич, что я там буду делать? Все, что я скажу. Вот. Подождите. Спасибо большое. Мне пора идти. Вы что, за меня даже не заступитесь? А ты в этом не нуждаешься. Ты прекрасно обойдешься без меня. Но меня же не отпускают в Ленинград. Я был рад нашему знакомству. Спасибо вам большое за гостеприимство. Да, мы тоже рады. Извините, если что не так, но вы сами понимаете. Конечно, понимаю. Не беспокойтесь об этом. Всего хорошего. Особая благодарность хозяйке. Все, что вы приготовили, мне очень понравилось. Спасибо. Извините нас. Не за что. Всего хорошего. Сама все знаю. Чего разоралась? Ну-ка, кыша с этого, кыш! Да кыш ты сказала! Ой, привет, бабушка. Как ты? Все хорошо, все, слава богу. Как раз хотела с тобой поговорить. Ну-ка, садись поближе, встань. Оля, слушай меня внимательно и запоминай. Слушаешь? Олень, я хочу передать тебе часть своей силы. Я поняла, бабушка. Ты хочешь мне о своих травках рассказать? Я только сейчас возьму что-нибудь записать, да боюсь, что что-то забуду. Ну что, я университет, что ли, чтобы за мной записывать? Какие травки? Не твое это, забудь ты про травки. Каждый человек для чего-то своего рожден. Я хочу передать тебе свою силу.
часть этой силы к тебе сама придет. Тебе ничего для этого делать не надо. А вот вторая половина придет, когда ты исполнишь мою просьбу. И исполнишь ты ее, когда меня уже не будет. Бабушка. Может, через год, а может, через 10. Слушай меня внимательно и запоминай. Ты должна найти долину смерти. Долину смерти запомнила? Мне кажется, я где-то читала о долине смерти. Что ты читала? Ты у людей спрашивай, запоминай. Вот и встретишь человека, который тебе поможет, на правильный путь выведет. Вот, долина смерти. Запомнила? Вот это моя к тебе предпоследняя просьба. А почему предпоследняя? А последняя такая. Всегда иди своей дорогой. Своей. Поняла? Вывесили! Мать, ты там уже скоро, нет? Да иду, я иду. Так, ну вот. По такому случаю... Давай. Можно. О. Вот. Так. Ты у нас девушка серьезная, взрослая, студентка художественно-графического отделения педагогического училища. И брату взрослой и серьезной девушке. Коля. Я Морса, я просто Морса. Давай. Морса. Ну, шутки шутками. Оля, а ты молодец. Да. Мы с мамой тобой гордимся. Да. Ну, за поступление. Ура! Поздравляю, ура! Мам, ну, можно я спать пойду? Я что-то не очень себя чувствую. Ну, подожди, ну какой спать? А, поесть. Я просто устала. Пойду, ладно? Вот это вот, что сейчас было? Может, мы ее обидели чем? А чем мы ее обидели? Ну, не знаю. Ну, странно, согласись. Такое событие, а вдруг спать. Ты не понимаешь, да? Нет. Ты понимаешь, что она из-за Месинга переживает. А что? Что-что? Столько времени прошло, вот ни одной строчки. Она ждет. Ну и что делать? Не знаю, чего делать. Ждать. Ну, давай ждать. Но я-то не хочу, чтобы она уезжала. Хочешь, не хочешь. Я тоже не хочу. Соня, ку-ку. Все уже встали 2 часа назад. Я в магазин. Надо еще еды купить ей в дорогу. Неделю в поезде, шутка ли? Папа, что происходит? Вот, собери то, что ты возьмешь с собой из одежды, а я на вокзал куплю билеты на вечерний. Куда? В Ленинград? Ленинград. Раз у тебя август свободный, до учебы можешь съездить. А почему вы мне вчера ничего не сказали? Вы же были против. Вчера. Знаешь поговорку? Утро вечера мудренее. Нет, ну если ты, конечно, не хочешь. Ты что? Хочу. Очень хочу. А что заставило вас передумать? Ну, мы просто с мамой обсудили и решили, что если ты действительно так хочешь поучиться у этого своего Месинга, то надо дать тебе хотя бы попробовать,
чтобы ты попробовала и поняла, что это не твое. Спасибо. Завтракать ты будешь? Угощайся, не стесняйся. Спасибо большое, это у меня уже все закончилось. Давно едешь? Угу. А зачем Ленинград? Учиться. Какой университет? Да не университет. В училище? Куда тогда? Чему учиться ты собралась? Да я сама еще толком не знаю. Отдаю. Курицу бери. Чтобы она меня отпустила. А я же сама на самом деле так переживала, что приеду и не найду вас. А потом мне сон приснился, в котором этот адрес был. Ведь это же вы мне этот сон послали, да? Вы это умеете? Я много чего умею, но ты об этом узнаешь в свое время. Проходи. Ой!
знаете, мне пришлось даже маме наврать, что вы мне адрес дали, чтобы она меня отпустила. А я же сама на самом деле так переживала, что приеду и не найду вас. А потом мне сон приснился, в котором этот адрес был. Ведь это же вы мне этот сон послали, да? Вы это умеете? Я много чего умею, но ты об этом узнаешь в свое время. Проходи. Зачем? На гастроли. Телефон, ванна, кухня, как ты понимаешь. Спать будешь вот здесь. Вы что, и меня с собой возьмете? Мы где с тобой живем? А, не понимаю. Мы в какой стране с тобой живем? В Союзе Советских Социалистических Республик. И ты считаешь, что любой гражданин Союза Советских Социалистических Республик может спокойно поехать в Америку, как только этого захочет? Нет. Ну, это значит, я поеду один? Чистое постельное белье возьмешь в этом шкафу. Вольф Григорьевич, ну я же только что приехала. Вы что, хотите уехать и оставить меня здесь одну? А я в этой квартире уже много лет живу один. И ничего страшного в этом не вижу. Зачем же вы меня позвали, если знали, что вы уезжаете? Не я покупал тебе билет. Так может, мне лучше тогда домой вернуться? Нет. Тебе лучше остаться здесь, пожить какое-то время и привыкнуть. К чему привыкнуть? К некоторым вещам. К каким? К некоторым. У тебя деньги есть? Да, есть. На всякий случай. Где что покупать? Спроси у соседки. Зовут Лариса Васильевна. А когда вы вернетесь? Через 2 недели. Господи, Вольф Григорьевич, а я точно не зря приехала? Уверен. Сейчас. Она будет жить здесь. Да. Мне это очень нужно. Ты последи, пожалуйста, за ней, хорошо? Кажется, все. Закрой за мной. Здравствуйте. Я ученица Вольфа Григорьевича. Ученица? Интересно, Вольф Григорьевич занимается репетиторством? Нет, не совсем. Я просто поживу тут какое-то время. Угу. Интересно. А вы не подскажете, где здесь ближайшая телефонная станция? Проходите, ждите. Вторая кабина, Владивосток. Алло? Алло? Алло, мама? Мам, это я, привет! Оля, ну наконец-то! Ну, как ты собралась, все хорошо? Да, мам. Все хорошо. Оля, а вы... Встретились уже? Да. Он меня встретил. Ага, хорошо. Оля? У тебя все в порядке? Да, мам. Оль, плохо тебя слышно. Что-то случилось, что ли? Нет, нет, мам, ты что? Все, все хорошо. Просто я по вам очень скучаю. Оль, может, тебе лучше вернуться? Нет, мам, я должна хотя бы попробовать. Но если что, я... Ты, если что, ты покупай билеты и возвращайся домой, слышишь? Оль, мы тоже очень скучаем по тебе. Я и папа, и Колька, мы очень любим тебя, Оленька. Но сейчас главное, чтобы у тебя все было хорошо, слышишь?
смело мы пошли от дома по знакомой улице, который раз в окна стучали всем своим знакомым, вовсе несмотря на то, что поздний час. Умная улица, она тесной станция. Город проводили мы от сна. Раз, два, туфли на веньках, а в деревне стыдно спать. Словно милая и смешная яйка нас приглашает танцевать. Ла-ла-ла-ла. Раз, два, туфли на веньках, а в деревне стыдно спать. Альберт Эйнштейн? И голос у нее был грустный. Маш, ну что тут такого? У всех студентов так. Только уеду, сразу начинается. Скучаю, переживаю, жить без вас не могу. Это нормально. Да, у студентов так, а Оля наша не студентка. Студенты живут в общежитии. И общаются с такими же студентами, как они сами. А наша живет у старика. И общается только с этим стариком. Разве это нормально? Мы сами ее с тобой отпустили. Знаешь, Петь, я думаю, мне все кажется, что это как-то все само собой решилось. Без нас, понимаешь? Без нашего с тобой участия. Да ну перестань, мы 100 раз с тобой об этом говорили. Попробует, перебесится и вернется. Но если она сейчас на стенку лезет, ну, значит, все идет так, как мы и думали.
Разве не так? Ой, не знаю я. Маш, у нас с тобой умная и взрослая дочь. Gentlemen, please welcome Mr. Wolf Messing. Благодарю вас. Thank you. Уважаемая публика. Dear audience. Я сейчас проведу гипнотический опыт, но для этого мне понадобится доброволец из зала. And now Mr. Messing would like to demonstrate one of his hypnosis experiments. For these, he'd need a volunteer from the audience. Прошу вас. Please, young lady, welcome to the stage. Liz.
поскорее бы увидеть Мессинг. Господи, поскорее бы увидеть Мессинг. Господи. Как вас зовут? What's your name? My name is Jenny. Меня зовут Джейн. What do you want to be? Что вы хотите, чтобы она сделала? Благодарю вас, Дженни. Thank you, Jenny. Дженни, пожалуйста, сядьте на этот стул и расслабьтесь. Jenny, please, have a seat and relax. Okay, that's all. Да, это все. Вам нужно просто сидеть и ни о чем не думать. Yes, that's all. Just sit down, relax, and don't think about anything. That's easy. We will try to do this. Я же так с ума сойду. Скорее бы видеть Мессинга. Смотрите мне в глаза. Look into his eyes. Okay. Остановитесь. Успокойте публику, скажите, что это часть эксперимента. Dear audience, there's no need to worry. This is just a part of our performance. And as you can see right now, this young American lady thinks that she's a Russian girl. Ой, Григорьевич, миленький, что происходит? Мне так страшно. Где я вообще? Все так странно. Я ничего не понимаю. Оля. Ольга. До каких пор ты будешь мешать мне проводить мои выступления? А ну-ка немедленно возьми себя в руки. И ради бога, верни портрет уже на место. Ты поняла меня? What just happened? I don't remember anything. Что произошло? Она ничего не помнит. Прекрасно. What happened? I don't remember anything. Здравствуйте, Вольф Григорьевич. Что-то давно вас не было видно. Да, уезжал далеко. Раз, два, туфли надень-ка, как тебе не стыдно спать. Славная, милая, смешная енька, будем с тобою танцевать. Раз, два, туфли надень-ка, как тебе не стыдно спать. Славная, милая, смешная. С возвращением, Вольф Григорьевич. Во-первых, даже не пытайтесь меня испугать, и все равно ничего не получится. Я за эти 2 недели так напугалась, что мне на всю оставшуюся жизнь хватит.
И во-вторых, снимайте, пожалуйста, обувь. Я все-таки все полы перемыла. Пугать я тебя и не собирался, это во-первых. А во-вторых, ботинки я снимать не буду. Я привык ходить по квартире в обуви. И своих привычек менять не собираюсь. Вкусно пахнет. Покормишь? Ну, конечно. Через 10 минут все будет готово. Ты, я вижу, тут прибралась. Угу. Я не только полы вымыла, но еще и в квартире, и в вашей комнате убралась. И посуду вымыла, и белье постирала, и развесила, и погладила, и вот сейчас готовлю. Это хорошо, только не увлекайся. Не забывай, что ты здесь не кухарка какая-нибудь, а ученица самого Вольфа Мессинга. Я сказал что-нибудь смешное? Нет, просто мы же с вами здесь только вдвоем, а вы так серьезно, ученица самого Мессинга. И что? Ты что, считаешь, что я слишком высокого о себе мнения? Много ли ты знаешь людей, у которых такие же способности, как у меня? Ни одного. Похудела, побледнела. Ты на улицу хотя бы раз выходила? Вольф Григорьевич, простите меня, пожалуйста. Я просто, когда убиралась, я нашла ваш тайник. Что ты нашла? Тайник. Какой тайник? Ну, ваш чемодан. С деньгами. Ну и как тебе деньги помешали выйти на улицу, не понимаю? Ну, я просто очень испугалась. И даже соседке сказала, что заболела, чтобы она в магазин за продуктами сходила. Вы представляете, я бы ушла, а вас бы ограбили. Все-таки такие деньжища. Если бы меня кто-то собирался ограбить, то я бы узнал об этом заранее и заблаговременно отнес бы все эти деньги в сберкассу. Понимаешь? 10 минут, говоришь, у меня есть, да? Угу. Волшебно. Я пока чемодан разберу. Здравствуй, любимая. Да, все прошло хорошо. Впрочем, как всегда. А как здесь все было? Отлично. Я рад. Рад, что не ошибся. Но это значит, что все идет правильно, да? Да. Вольф Григорьевич, а можно вас кое-что спросить? Котлету разрешается есть без ножа. Женщина на портрете – моя жена. Она умерла. У меня с ней сохранилось нечто вроде связи. Объяснять не буду. Тебе важно знать только то, что Аида одобряет выбор моей ученицы. Ты ей понравилась. Хорошо, наверное. Просто звучит как-то жутковато. Вот именно поэтому мы не будем продолжать разговор на эту тему. Вольф Григорьевич, извините, пожалуйста, это... Я просто случайно... Я думала, вы и так все знаете. Я не все знаю. И не стараюсь все знать. Это отнимает слишком много жизненных сил. Для того, чтобы мне что-то узнать, мне нужно задать точный, конкретный вопрос. Иногда ответы приходят сами, а иногда я ничего не могу узнать, даже если постараюсь. Ну, в общем, это как-то мало похоже на какую-нибудь точную науку. Я и сам не знаю, как это устроено. Я так надеялась, что вы мне объясните про все эти странности, про мой сон. Сон расскажи.
В общем, мне приснилось, что я нахожусь на вашем концерте, вот там, в Америке. И это было настолько... Суть вопроса в чем? Ну, я хотела спросить, это мне приснилось или это на самом деле было? Чайку налей мне. Угу. Наш мир устроен гораздо сложнее, чем нам иногда кажется. Бывают такие моменты, точки, в которых сходятся прошлое и настоящее, и будущее. Ну, а про пространство что уж и говорить. Ты была там. Только не старайся это повторить когда-нибудь. Даже если очень захочешь. Тут много чего совпало. Скорее, это исключение из правила, чем само правило. Твое сильное, яркое желание, наша с тобой связь. То, что девушка там находилась в гипнотическом сне. Ой, мне можно задать сегодня еще один вопрос. Я устал. Я еще хотела спросить про моих родителей. Ведь они были против того, чтобы я приехала к вам в Ленинград. Но они передумали. Так вот, я хотела спросить, вы что-то с ними сделали, что-то сказали им, загипнотизировали? Оля, мне давно уже ничего не нужно говорить людям. Если мне от них что-то нужно. Куска сахара. Угу. Между ними муравей. Угу. Какой кусок муравей выберет? Не знаю, это, наверное, от муравья зависит. Правильно. Ты можешь повлиять на его выбор? Я, наверное, могу его подтолкнуть или посадить на какой-то из кусочков сахара. Молодец. А теперь представь себе, что вместо муравья человек. Вместо двух кусков сахара два разных выбора. Я могу подтолкнуть человека к тому решению, которое мне сейчас нужнее. Тебя я тоже смогу этому научить. Понятно? Ты чего не ешь? Ем. Оля! Ольга! Поднимайся! После завтрака мы начинаем наше занятие. Вставай, вставай! В глаза посмотри мне. В глаза! И что это за взгляд? Это что еще за перепуганная овечка? Твой взгляд должен быть сконцентрированным, жестким, манящим. Ты должна сосредоточить свое внимание на зрачках испытуемого. Иначе ты не сможешь привести индуктора в состояние транса. Ну? Так. Входи. Сегодня мы с тобой отрабатываем самое простое упражнение – поиск предмета. Угу. Ну, для начала я тебе подскажу, конечно. Искать будешь свою расческу. Угу. Готова? Да. Для начала запомни главное. Перед тем, как выполнять любое упражнение, ты должна привести себя в особое сосредоточенное состояние. Иначе ты не сможешь прочитать мысли индуктора. Возьми меня за руку. Да не за ручку. За руку. Ты видела, как это делается? Как врач щупает пульс. Не пальчиками, рукой. Возьми меня вот так, чтобы все время слышать мой пульс. Через него
Ты должна услышать мои мысли. Я знаю, где твоя расческа. Сейчас я думаю только о ней. Слушай меня. Начали. Я постараюсь. Не надо стараться. Делать надо. Начали. Ну? Ну, в чем дело? Я думаю. Думать не надо. Надо делать. Слушай меня. Ольга Григорьевич, вы, конечно, извините, но мне постоянно кто-то мешает. Ну и что? Нас здесь всего два человека. В зале будут сотни людей. Каждый со своими мыслями. Все будут тебе мешать. Тебе что, каждого выслушивать надо будет? Ты должна научиться отделять главные мысли от общего шума. Внимательнее. Еще раз. Начали. Почему так не уверена, Оля? Мне показалось. Что тебе показалось? Ну что ты время тянешь? За это время можно было всю квартиру перевернуть. Ты понимаешь, мне кажется, у меня ничего не... Не пойму. Что ты не поймешь? Ну что здесь может быть непонятно? Тише, вы мне мешаете. Отношение два человека. Лео фон Кленца, который придумал, и скульптор Теребенев, который исполнил. Красиво, правда. Кстати, вы так и не объяснили мне, как все это работает. Ну, я говорил уже, что это все далеко не точно и наука. Вот ты, например, знаешь, как работает радио? Ну, нам в школе объясняли. Вот нечто похожее происходит с человеческими мыслями. Когда человек сосредотачивается на какой-то мысли, она как будто бы одухотворяется, можно даже сказать, материализуется. Это значит, что ее можно услышать, другими словами, поймать. Точно так же, как радиоприемник ловит радиопередачи. Все мы люди радиопередатчики, но очень немногие из нас радиоприемники. Понимаешь? Я чувствую, у тебя созрел еще следующий вопрос. Да. Если честно, я хотела спросить у вас про хрустальный шар. Что это вообще такое и откуда он у вас? Мне подарил его еще до войны Герхард Кауфман, мой приятель. Он считал, что шар проклят. А я же... Нет. Ты не волнуйся. Если бы он тебе угрожал, я бы тебя предупредил об этом. Есть вещи, которые хранят в себе определенную информацию, силу. Этот шар, например, может увеличить силу человека, а может и убить. Ну, на сегодня хватит. Пойдем заниматься. Первая фаза гипнотического транса. Сомнолентное состояние. Вторая – каталепсия. Третья – сомнамбулизм. Это теория, термины. Чтобы понять это, нужно испытать на себе. Смотри мне в глаза.
такая молодая? Так интересно. Молодая? Я вас не понимаю. Кто вы? Или только встретимся. А что это за место? Это все по-настоящему? Оно существует? Какая разница? Существует или существовало? Я не понимаю вас. Так кто же вы? Назови меня М. Просто М. М? Да. А сейчас тебе пора. Тихонько, тихонько. Поднимайся. Будем считать эксперимент неудачным. В будущем обойдемся без того, чтобы тебя гипнотизировать. Где я была? Не знаю. А с вами такое было? Оля, я могу читать твои мысли. Но где ты была, я не знаю. Я видела девушку. Очень странную. Синими-синими глазами. Она показалась мне такой знакомой. Но я не знаю. Или знаю. Это было на самом деле. Бесспорно, что ведьмы живут на земле. Ведь не с тем числа у тебя в голове. Если хочешь. Подумай об этом на досуге. На сегодня все. Продолжим завтра. Будь уверенней. Ты должна быть уверена в том, что ты способна подчинять людей своей воле. Понятно? Приготовились. Начали. А со мной ничего не случится? Борис Васильевна. Разве я способен навредить? Но вы-то нет. Но... А я за нее ручаюсь. Тогда как обещали, да? 4 билетика на хорошие места. Помните? Конечно, помню. Я сделаю все, что обещал. Не беспокойтесь. Спасибо. Начали. Уснуть. Усните. Уверенней. Уснуть. Усните. Алиса Васильевна, помогите Ольге. Смотрите ей прямо в глаза, не отрываясь. Прямо в зрачки, хорошо? Только для вас. Благодарю вас. Оля, еще раз увереннее и спокойнее. Не волнуйся. Занимайся делом. Усните. 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 Да усните, кому говорю? Ну что такое, господи? Так, что ты орешь? Она сейчас все соседи перепугает. Не беспокойся, Лариса Васильевна, разберемся. А вы все-таки смотрите ей прямо в глаза, в зрачки, не отрываясь. Чего ты кричишь-то? Ты не на собачьей площадке. Перед тобой не зверь, человек.
Имей это в виду. Извините. Приготовились. Начали. Это уже кое-что. Не получилось, Вольф Григорьевич. Она спит. Попроси ее сделать что-нибудь. А что? Включи свою фантазию. Работай, Оля, не отвлекайся. Встаньте. Ну, она должна что-то сделать. Ну? Танцуйте умирающего лебедя. Я же вам говорю, вы лучше мою внучку посмотрите. Знаете, какая у меня внучка? Она ведь поет, танцует, она такая танцует. Не то что-нибудь это, а. Посмотрите. Непременно. Ой, Вольф Григорьевич, вы что, ключи забыли? Полчаса уже торчу здесь. Хоть бы кто-нибудь вошел в подъезд. Все как сквозь землю провалились. Стою вот, дышу воздухом. Не ехать же мне одному на лифте. А почему вы не можете поехать один на лифте? Я? Один? На лифте? Ты иногда думай, прежде чем сказать что-нибудь. А если лифт застрянет, а я в нем один? А по лестнице я не собираюсь сегодня ходить. У меня ноги разболелись так, что я едва стою. Ну пойдем уже, что стоять? Я тебе помогу. Сейчас зазвонит телефон. Иди мой посуду. Я уже вымыла посуду. Иди мой посуду. Включи воду сильнее, не выключай, пока не скажу. Мой что-нибудь. Хорошо, но есть... Иди быстрее, включай воду. Я собиралась его подслушивать. Говорил Борис Артемович об этом. Ты хорошо помнишь эту вашу русскую пословицу про девушку Варвару? Помнишь, что с ней сделали? Ну, это я так, на всякий случай, чтобы... Я боюсь вас подслушивать. На всякий случай. Я хочу есть. Можем пообедать? Да, конечно. Я еще утром приготовила очень вкусные пивные с говядиной. Что? Что ты приготовила? Пивные. Ты с ума сошла? Ты видела, чтобы я когда-нибудь ел вот это вот мясо? Ну, вы же всегда ели, что я готовила. Ты готовила всегда здоровую, нормальную еду. Курицу, рыбу, овощи, мою любимую кашу. А не вот это вот ваше мясо, чтобы я никогда этого не видел. Выкинь немедленно. Выбросить? Выбрось немедленно. Хорошо. Выкинь. Выкину. Больше не будет. Извините, пожалуйста, что я всегда все делаю не так. Какая плохая примета. Женщина с пустым ведром. А вы в приметы верите? Не во все. Может быть, тебе кажется, что я слишком строг с тобой. Но... Да,
Валерий Григорьевич. Здравствуйте. Здравствуйте. Валерий Григорьевич, я сама виновата. Давайте так. Я сейчас приготовлю вам обед, а вы пока напишите список правил, что мне можно, а что нельзя делать. Ладно? Можем, конечно, попробовать, только я не уверен, что я все вспомню сразу. Попробуем. Пойдем. Оля, ну я сделала все, как ты просила. Я сходила, договорилась. Теперь тебе нужно будет написать заявление на имя ректора о переводе на заочное и послать по почте. Слышишь меня? Да, 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 мам. Обязательно напишу. А я тебе рассказывала, что он лифтов боится. Кто, ректор? Да нет, Мессинг. Ты представляешь, он боится один ездить в лифтах. Слушай, знаешь, судя по тому, что ты про него рассказываешь, он там всего боится. А выглядел таким уверенным мужчиной. Да это он для чужих такой, а для своих такой, какой есть. Ты там теперь уже своя. Не знаю. Да, наверное. Ты знаешь, он мне не говорит напрямик, но мне кажется, что он мной доволен. И у меня уже кое-что получается. А как вообще занятия проходят? Тебе не очень тяжело? Тяжело? Нет, мам, совсем не тяжело. Все, можешь заходить. Вольф Григорьевич, ну я же только вчера прибиралась. Ничего, уберешь еще раз. Нам это сейчас важнее. Держи. Я уверена, что я справлюсь. Уверен. Не туго? Нет, хорошо. Ничего не видишь? Нет. За руку держи меня. Приготовились. Начали. Надеялась, что вы меня хоть сегодня за скорость похвалите. Не я. Зритель тебя будет хвалить, если заслужишь. Но ты готова. К чему? В понедельник у нас с тобой первое совместное выступление. Работаешь в качестве моей ассистентки. Господи, Вольф Григорьевич, а вы уверены, что я справлюсь? Уверен. Не то чтобы я не хотела, я очень хочу. Это огромная честь для меня, ну просто совсем немного времени прошло. Месяц всего. И вообще, мне надо еще потренироваться. Работаем в понедельник. Спорить со мной бесполезно. Сама знаешь.